Какая же красивая деревня. Всем привет, ребята. В прошлой серии я построил мне вот такую вот комнату. Вы спросите, почему без звука? Хотя я писал в своем телеграм-канале. Ссылка на него есть в комментариях. Я напишу свой комментарий, прикрепляю его. Мне почему без звука? Потому что я тогда не мог говорить. То есть шумно было, вообще шумно. Там... Ну, знаете, что сейчас в Украине, почему шумно, и там все, короче, остальное поняли. Но надо же выкладывать для вас видео каждый день в 13:00 по киевскому времени. Но вот я выложил видео, да, без звука. Но я думаю, ничего страшного, я думаю, поймете, что тут, где и как. Ну, то есть я там показываю все, как строить. В этой серии я бы хотел построить коридоры. То есть реально так, просто коридоры, очень скучно. Не, ладно, шучу, я просто тут такой небольшой коридор хотел построить к этой комнате, и все. Так, вот. Дальше, я думаю, их сделать каким-то вот такими, вот небольшими. Так, дальше фонарики обязательно. Ой. Тут у меня стоял так вот свет, ну все, ладно. Давайте теперь строить саму следующее, что я хотел бы сделать, это, наверное, ванну и спуск в подвал. Да, самое интересное, спуск в подвал. Так, просто там мы делаем вот такую вот пока что платформочку, и все, и окружаем ее стенами. Так, вот так. То есть даже, возможно, потом выйдет дом даже, я его потом за кадром, то есть подредактирую, чтобы тут не было, а вот так вот все хорошо было. То есть вот так вот. Ладно, это я потом сделаю, и выйдет дом, и если наберем много лайков, могу скинуть эту карту. То есть, если что, я ее скину в телеграм-канале, я уже рассказывал, где вам. Сид показывал в прошлой серии, под прошлым видео, будет вон в комментариях. Ну, вы меня не слышали, поэтому не знали, где он будет. Вообще ли будет. Но я показывала в самом видео. Думаю, сейчас 3 на 4. Так. 1, 2, 3, 4. Да, если это потолок, тогда это 3. И вот этот вот все. Отлично. Делаем тут такой входик. Так. Тут делаем дальше этот. Так, подождите. Да, все, отлично. Тут просто там страшное происходит на улице. Самолеты разлетают сегодня как-то. Так, все отлично. Давайте сделаем. Хотя, не, вот так было все-таки лучше, потому что нам инвентарь же не нужен. Не нужен. Все, дальше тут. Вот так вот соединить, чтобы было все хорошо. Делаем все-таки вот этот коридор. Ты уже начал где-то туда делать же. Надо. Так, вот так вот, все. Дальше сделаем сейчас сам спуск. Я же взять гладкий камушек и его поставить вот тут такой вот палкой. Дальше. Забыл освещение. Обязательно. Дальше берем этот. А тут я немножко неправильно построил. Ладно, потом подправлю. То есть так, берем тут, спускаемся. То есть этот камень, тут уже понял, что не нужен. Спускаемся. Выходит, что... Нет, точнее, нужен. Вот отсюда, да. Сейчас тут не будем строить, а вот тут у нас будет сам вход в подвал. Так. И дверку. Все, ладно. А сейчас еще я хотел бы декорировать туалет. И главное, чтобы не упасть. Тут вот так вот, чтобы не упасть, делаем такую интересную штуку. А, точно, тут уже я не прилезу. Тут как-то вот так вот. А, то есть, чтобы же не упасть, чтобы... Построим так вот, чтобы не упасть. Сделаем вот так вот. Ой, все, еще немножко меньше комнаты, зато не упадем.
дальше. Следующее, тут прямо напротив построю туалет. Не туалет, а ванную комнату. Кстати, размеры ее будут 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ну, думаю, даже вот настолько 100% хватит. Делаем стены. Так, вот так вот. Это дальше дверь в ванну должна быть такая. Вот все. Не забываем, что потолок... Ой, не потолок, а комната у нас 4 блока в высоту. Так, так, сюда, 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 сюда. Нет, у нас потолок с такого блока. Сначала окружаем так вот полностью. Дальше вот так вот. Кстати, первое видео, просто что-то в голову. Первое видео можете посмотреть по подсказке справа. Так, ладно. Все, кухня. Ванная готова. Это убираем, 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 убираем. Первое, что нам надо сделать, это... Нет, не котелок, как вы думали. Потому что это некрасиво. То есть, представьте, ты заходишь в ванну, а у тебя что-то вот такое вот. Некрасиво, некрасиво, кстати... Надо взять бы очень какой-то вот такой вот голубой краситель. А, ну если не в котелке. Хотя... А, ну тогда давайте вот так вот сделаем. То есть будет такая вот красивенький умывать. Следующее, что мы делаем? Душ. Я думаю, так... Не, не так. А как-то хотел так вот. Давайте сделаем дальше. Возьмем дверку. Так, дверь березовую. Давайте, не знаю, как. Не, все-таки березы лучше. Возьмем березовую. Так, дерево застроим. И сам душ. Для этого нам нужен раздатчик. И всего лишь один рычажочек. Потом такой люк. Сам раздатчик, в него запихиваем ведро воды и выставим тут, тут даже может не тут, тут рычаг, оп, а, надо сейчас переделать, все. Все отлично. Даже душ будет вот так вот будет сделан. То есть ты заходишь. То есть берешь, наливаешь водички. Заходишь, закрываешь. Ну, конечно, душ, да, такой. Поэтому, наверное, сделать как-то вот так вот. И вот так вот. Во. Купаешься, вылез. Вылез, опять там покупался. Ну ладно. Закроем. Дальше сделали. Да, кстати, красить воду может только на Bedrock Edition. Следующее я бы сделал, что это ванну. Да, ванна у нас будет не самая шикарная. Но все равно хотя бы какая-то ванна. Еще мне нужно ведро воды. И отличненько. И раковину мы построили. Ну, можно еще сделать шкафчик, где хранятся полотенца. То есть строим вот такую вот интересную комнату. Дальше заходим сюда в ступеньки. Берем вот такую определенную ступеньку. И так вот мы тут ее ставим. Дальше берем сундучки. Мне тоже ставим. То есть тут шкаф, где полотенца, мыло, можно все хранить. Выходим теперь с ванны. Прописываем команду clear, чтобы быстро очистить инвентарь. И давайте продолжим дальше строить коридор. Вот так, вот так. Не так.
Дальше нам обязательно в коллектории понадобятся лампочки. Раз, два, три. То есть я сразу же в этом видео хочу как сразу же целый дом делать. Следующее, что это будет, у нас тут комната. А, нет, точно же комната там. Тут у нас будет кухонька красивая. Так, не зря я тут вот так вот сделал. А тут, я думаю, уже сделать сам выход из дома. Вот таким вот образом. Сейчас мы потом берем булыжник тут. Ставим его тут так, как конец дома. То есть вот так вот дальше. И немножко тут подделаю. И, кстати, просто напоминание, не забываем о моем телеграм-канале. Там просто иногда опросы провожу, либо иногда спрашиваю, какое видео следующее снимает, там все такое. То есть подпишитесь, там будет интересные вещи. Дальше. Тут вот практически закончили. Тут пока неизвестно. Нет, тут будет вот так вот пока что. Так, вот тут это уберем. Поставим так вот. Нет. Помните, что я, возможно, потом скину еще карту самого этого. То, что я строил домика, так сказать, домик. Закрываем обязательно вот тут вот так и вот туда, как раз курица уходи. Следующее, что мы сделаем, ну, тут пол, это уже кухня наша сама. Кстати, тут есть место? А, нет, тут все-таки ванна занята, то я думал, еще потом можно где-то гардеробную будет встроить. Ну, это потом уже. Так вот, и вот так вот, и так, и вот так все. А, ну еще вот один ярус выше. Сюда. Потом я тут все продекорирую, и будет красивенький домик. Вот это сюда. Не знаю, какой-то тень. Тут сделаем обычненькую такую вот. То крышу ж просто надо сделать в доме. Крыша ж тоже должна быть. Так. Я вот тут вот так осталось. Так, вот так вот. Вот так и так. Сейчас будем декорировать кухоньку. Кстати, там тоже достаточно. Я думаю, не столько места, что на кухню хватит. Следующее, что я хотела взять, то я практически нигде не использую. Хотя нигде особо надо стекло. То есть тут я хочу сделать такое гигантское окошко. Через него залетим пока. Потом мы сделаем тут красивую лампу. Большую для освещения. Всей кухни. И потолок обязательно. Так. Так, вот уже и солнышко садится. Да, у нас будет такая интересная кухня. Дальше делаем теперь сам стол. Нет, не тот. Вот это берем. И вот берем вот это. Ставим тут вот такой тройной длинненький столик. У него плиты. Если захотите, можете сделать стулья так само, как я их делал в этой комнате. То есть сюда в блок запихайте вагонетку, и так можно садиться. Я тут просто не хочу очень уже долго заморачиваться. То есть я вам показал, что так можно делать. Но захотите, если что, сможете подправить. Следующее сюда. И обязательно сделать спуск. Сейчас, да, немножко от кухни отвлекся. Нет, это мне не надо. Вот это сюда, сюда. Сюда вот. Сюда, сюда.
сюда, и сюда. И, а вот эти сюда. Ну и не забудем фундамент, который там должен быть. Все. Ну, не все. Теперь готово. Делаем стульчики. Так интересненько. Этот, я думаю, лишний. А тут даже на самом на кухонный декор не хватает. Это, по-моему, похоже как на кухонный ящик. То есть такие вот кухонные ящики. Дальше обязательно раковина. Водичка. Краситель синенький. Я, кстати, забыла тут раковину немножко доделать. То есть надо зайти сюда, взять натяжной крючочек и повесить. Вот все красиво. Дальше что у нас должна быть? Духовка. У нас будет такая интересная духовка находиться. Давайте пусть будет вот тут вот. Как раз делаем. Сейчас тут так вот заделаем. И поставим сюда костерочек, чтобы как будто с печки, так сказать, дым шел. Все идеально. Если вдруг захотите, то есть посильнее дым, то есть он вот такой не сильно высокий, а если захочете повыше, сейчас покажу, как именно. Ну, то есть вообще, если захотите повыше дым, поставьте просто под костер сноп сена, и все, и он будет выше. Дым идти. Ну, это как вы уже захочете. Еще, я думаю, тут хватит. Тут как раз можно сделать раздевалку. То есть, где тут стойки? Вот стойка для брони. Так вот красненько ставим. Можно повесить какие-то вещички. Не знаю, тут курточка. Там какой-то интересненький комплект брони. Так, я это пока на себя одену. Так. Добываем о крючочке. Вот. А, это и раковина. Я уже поставил. Чем я делал шапку? Снимаю. На ящики красивые вышли. А, кстати, вот тоже сноп сена выделяется. Я как раз тут хотел показать, чтобы был как-то более прикольненько. Берем просто вот такие, не плиты берем, а берем лестницу вот, латку, и вот так вот обкругляем, и выходит достаточно прикольно и красиво. Кстати, да, я забыла холодильники. Обязательно делаем холодильник. Давайте. Ну, тут пусть все и стоит. Берем это. Потом кнопочку обязательно возьмем. Не знаю, каменную, как всегда. Ставим ее вот тут. Потом. Не, ее не тут ставим. А ставим вот тут. Вот. Делаем тут такую стенку. Дальше берем раздатчик. Ставим его вниз и заполняем его едой. Так, еда. Вот, не знаю, хлеб, картошка, печеньки и тортики. Вот так вот пусть будет. Вы там уже заполните как хотите и чем хотите, и чем вы сможете, если вы в выживании. Вот так вот, то есть, оп. И ты открыл, достаешь. То есть, даже знаете, как можно сделать? Это все заберем. Поставим туда бочку. Открывайте. Это. Теперь где у нас мясо? То есть, тут поберете побольше вкусной еды. То есть, там, не знаю, арбузики. Открывайте, заходите в ящик, и тут кучу и разной еды будет лежать. Какую захотите, такую и будете брать. Так вот, вот все. И последний элемент декора, который я бы
Хотел сделать это коврик. Тоже беленький. Под цвет нашего домика. Так в разнобой поставить. Сюда он будет вести. Сюда. Ой. Нет, я сломал блок. Так, и вот сюда вот как-то. Так вот. Прикольно вышло. Хотя не эти две. Такие мне как-то нравятся. И обязательно ванную коврик. Как-то вот таким вот образом. Можно еще и сюда поставить коврик. И в комнате поставить уже не просто белый коврик, а красивенький, салатенький, прям под фон сюда. Вот. Так вот, разместить его в такой вот линии тут. Остальное заполнить беленьким. Ну все. Все готово. Вот такой прикольненький вышел дом. Ладно, ребят, в следующем видео я покажу там подвал, как его декорировать. И за кадром, точнее за кадром, когда-нибудь снимать видео, сделаю тут красивенькую крышу. Вот видите, как идет высоко дым. Ну все, не забываем о моем телеграм-канале. Выкладываю ролики каждый день 13:00 по киевскому времени. Подписываемся на канал, ставим лайк, потому что достаточно интересное видео. Ну, недостаточно интересное видео, а снимаю фильмы, и стараюсь выпускать как могу, то есть каждый день поставлюсь ролики. И, кстати, скоро, возможно, выйдет еще один фильм. Ну ладно, всем спасибо за просмотр, и всем пока. Кстати, перед тем, как я не выключился, у меня почему-то не прогрузился скин. Зомби удивлен.